Покупать билеты на авиаперелеты выгоднее всего за полгода, но и сейчас еще не поздно найти недорогие перелеты на Новый год. Уже к началу ноября минимальные тарифы искать будет трудно, цены на билеты вырастут. Елена Плотникова советует ловить минимальные тарифы на перелеты на сайтах-поисковиках Туту.ру, Слетать, Озон Тревел. Если не владеете интернетом, можно обратиться в любую городскую билетную кассу. Цены зависят от спроса, это прежде всего. Если в начале за полгода минимальные тарифы без багажа, только с ручной кладью, без каких-то дополнительных опций, они выставляются по минимальным ценам, раскупаются. То есть перед вылетом мы видим уже только бизнес-класс, и цены достаточно высоки. Как правило, дешевле продают билеты с вылетом во вторник или четверг. На практике искать недорогие билеты тоже лучше по вторникам. Новогодние праздники – дни массового спроса, а 30 и 31 декабря – это еще и суббота и воскресенье. Билеты в такие дни дорожают. Например, билет на одного туда и обратно в новогодние каникулы в Москву можно сейчас найти за 8100 рублей. В Петербург со стыковкой в Москве – от 13 тысяч. Прямых вылетов в Сочи почти не осталось. Минимальные цены туда и обратно в новогодние каникулы – от 19 тысяч на одного. В Европе столицы билеты с вылетом в новогодние праздники с расчетом туда-обратно от 22 до 34 тысяч рублей. Я советую все-таки Новый год справить в Перми. А если у вас есть возможность вылететь после 5 числа, ваши билеты будут дешевле на 30%. Билеты на поезда начинают продавать за 45 дней до даты выезда, а значит, ловить самые недорогие на новогодние каникулы надо с середины ноября. Здесь так же, как и при авиаперелетах, чем меньше дней осталось до отправления, тем выше цена на билет. Стоимость билетов зависит не только от времени года и дня недели, но и от времени суток. Если поезд отправляется в 4-5 утра, цена будет ниже. На новогодние праздники выгоднее брать билет на 31 декабря. Выезд с 22 по 28 декабря будет на 5% дороже, с 29 по 30 – на 15, с 1 по 8 января на 10% дороже. В купейном вагоне дешевле всего верхние места. Но и не забывайте, что для школьников от 10 лет действует скидка 50% в плацкартных вагонах. На дни школьных каникул эти билеты улетают очень быстро.